Караганде новый аким. Сегодня стало известно имя нового градоначальника. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия депутатов городского маслихата, распоряжением акима области на эту должность назначен Мейрам Смагулов. Мейрам Ахмедьянович Смагулов родился в 1962 году, имеет два высших образования. Окончил Карагандинский политехнический институт и Алматинскую академию экономики и статистики. По квалификации инженер-строитель и экономист. После окончания института он был направлен в строительное управление номер 1 Треста Караганда Жилстрой, где прошел путь от мастера до старшего прораба. С февраля 1992 года на государственной службе. Был главным архитектором Саранской городской администрации, работал первым заместителем главы Саранской городской администрации, затем первым заместителем акима этого же города. С 2003 по 2009 год был акимом города Сарани. С 2009 по 2012 год возглавлял областное управление строительства. До назначения акимом Караганды являлся заместителем директора департамента жилищного строительства Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан. Награжден медалью Ерен Енбегушин. Уверен, что накопленный опыт и знания помогут Мейраму Ахмедьяновичу решать стоящие перед городом задачи и реализовать свой потенциал на должности акима города. Перед новоиспеченным градоначальником уже поставили ряд задач, в том числе продолжить реализацию 10 государственных программ, взять под особый контроль вопросы теплоснабжения, холодной воды и общественного транспорта, особое внимание уделить обращениям граждан. Я смотрел анализ в целом по городу, по области. В этом году мы имеем 20% снижение по обращениям граждан, но это не должно нас успокаивать. Мы должны внимательно анализировать все поступающие письма, жалобы и по ним принимать конкретные решения. Напомним, что прежний глава города Бауыржан Абдишев был освобожден от должности акима Караганды в связи с переходом на работу в Министерство охраны окружающей среды.